Стопроцентный волк. Сын мой, в день твоего совершеннолетия ты станешь волком, как и я. И твоя жизнь изменится навсегда. Что ж, папа, наконец-то этот день настал. Бабуля? Это не худшее, зачем ты могла меня застукать? Сегодня Фредди станет членом волчьей стаи. Выйди на лунный свет. Это Пудель? Что, почему я собака? Покажи свой рык. Ты это чем сделал? У тебя есть сутки, чтобы доказать, что ты настоящий волк. Я не собака. Что это за запах? Я в раю. Так, стоп, я не какая-то карманная собачка. Во мне течет волчья кровь. Еда! Фредди, нужна помощь! Будет немного больно. А? Не та кнопка. Смотрите, я снова парень! Ты уверен, что надо смотреть? А? Узнай! Бежим! Кто ты? Порву! На самом деле... Важно не кто ты снаружи, а кто ты внутри. Какой милый песик! Кто принесет мне тапочки? Стопроцентный волк! Если хочешь выжить в собачьем мире, веди себя как собака. Сделай собачий взгляд. Люди это любят. В собачьем мире надо делиться.